Что написано в трудовой книжке у хоккеиста? Раз, два. Правда, что вы самый красивый в руководстве трактора? Ай, знаю даже, чей вопрос. Я в целом не уверен, что кто-то вообще в этом разбирается. Всем привет! Меня зовут Юра Жуков, и сегодня я устроился работать в хоккейный клуб «Трактор». Наверное, многим интересно, как устроен хоккей изнутри. И до конца этого сезона, ну или пока не уволят, я буду вам это показывать. Готовы? По кайфу будет. Погнали! Добрался до отдела кадров, на самом деле уже кое с кем поговорил, и мне сказали, что мне нужна Лариса Анатольевна, она здесь главная. Лариса Анатольевна. А что написано в трудовой книжке у хоккеиста? Принят на должность спортсмена-инструктора в хоккейную команду «Трактор», хоккейную команду «Челмет», хоккейную команду «Белые медведи». Например, есть у нас легионеры, да, там шведы. Тоже спортсмены-инструктор. То есть, получается, если «Трактор» условно расторгает контракт с иностранцем, то он тоже встает на биржу труда. Придумал новую рубрику, называется «Так и я смогу». В чем суть? Буду проверять на себе все хоккейные штуковины. Решил начать с самого очевидного, и это голкиперы. Это что, все на одного человека? Вот сейчас, Юр, ты похож не на хоккеиста, а на тех, кто болеют. Это на тело сто пудов. Юра, ты вообще сейчас чувствуешь себя как бы защищенным? Не, я чувствую уродом себя сейчас. Ну давай, шмальни разок. Раз, два. Я очень, Юр, сомневаюсь, что вратари выходят на игру в Apple Watch. Спасибо, что сейчас сказал. Не, я думал пульс замерить. Короче, я понял. Это надо вообще в конце надевать. Что ж, народ, мы находимся в кабинете, прикиньте, в кабинете Александра Шинина. Александр, добрый день, здравствуйте. Здравствуйте. Привет, привет. Ну вот вы директор по спортивному развитию. Вы отвечаете за то, чтобы Артем Шварев из «Белых медведей» выходил в матче против Акбарса и забивал. Это кто? Это моя прямая обязанность. Когда в составе «Трактора» выходит молодой игрок и забивает, это благодаря вам. Не только благодаря мне, это благодаря нашей большой и дружной команде, но ответственность несу за нее я. А я воняю уже как настоящий хоккеист или еще пока нет? Ты до съемок, в принципе, уже... А что по ракушке-то? А, кстати, а где ракушка здесь? Блин, ну шайба же так-то резиновая. Конечно. Что там, вот теннис я играл, мне мячиком прилетало. Ну, терпимо вполне, да. Кстати, вот здесь такое дырка, такое ощущение, что сюда прилетает частенько. Это что такое, блин? Алло, Водян, блин. Так, щитки, шлем есть, нагрудник. Я, может, не так называется. Есть, блин, ловушка. Я в целом не уверен, что кто-то вообще в этом разбирается. Хотя бы шарф какой-нибудь, пацаны. Ну, чисто чтобы горло в тепле, а? Я понимаю, что у меня перелом ключицы будет, но может хоть не простужусь. Короче, ладно, житуха вратаря чуть сложнее, чем полевого, это я точно могу сказать. Я подозреваю, это было не так. Ты смотри, они ему завязали все три. Нормально, поехали. Мы в Инстаграм вчера выложили пост и попросили болельщиков написать вопросы для вас. Они не редактировались, они вот как они есть. Я вам буду их задавать, а вы отвечать. Договорились? Давайте попробуем. Несложно. Погнали. Топ-3 новых проспекта «Трактора», по вашему мнению. Телегин, Кирпичников, Шварев. Шварев. Все-таки да, знаете, да. Кто это. Итак, как думаете, почему Лукашу не везет? Лукашу не везет, потому что его никто не подвозит. Каково это, когда ты побыл в роли игрока и руководителя клуба? Это круто. И сейчас я понимаю, что почему, когда я играл, руководство предпринимало какие-то непонятные для меня, как игрока, шаги.
Сейчас я полностью это понимаю и живу, учусь. Ну что, Вадик, бросать-то кто будет сегодня? Кто-то из белых медведей. Да нормально пойдет. Кто красивее, Савин или Шинин? По решению даже женщин законодательства собрания у нас секс-символом считался Сазонов и Шинин, Саша. Ставите это видео меня... будет смотреть Иван Савин. Ставите меня неловкое положение. А правда, что вы самый красивый в руководстве трактора? Ай, знаю даже, чей вопрос. Жена, наверное, писала. Нет? Ну, ответьте, я потом скажу, от кого этот вопрос. Ну да, блин. Ну это вопрос от Ивана Савина, генерального директора, своего непосредственно. А Иван Савин надеялся на другой ответ. Не, я второй. Давай перезапишу. Давай. Александр, а правда ли, что вы самый красивый в руководстве трактора? Нет. А кто, по-вашему, самый красивый? Ну это, безусловно, Иван Савин, генеральный директор клуба. Размялся? Собирается ли Кузнецов возвращаться в трактор? Ну, я вообще. Думаю, я думаю, что да. Да? Да. Нет. У вас это номер один пунктик? Нет. У меня номер один пунктик, чтобы Шурёв стал Кузнецовым. Вот теперь мы поняли, чем вы занимаетесь. Спасибо. Я еще потренируюсь. В следующем году приедешь? Все. Ты меня не узнаешь. Где воздух чище, в Челябинске или в Череповце? На Мальдивах. Что ж, дорогие зрители, воздух чище там, где мы с вами никогда не побываем. Какое ваше любимое блюдо? Устрицы. Это те, что на Мальдивах. Не, ну давай попроще, может быть. Какое ваше любимое блюдо? Пельмени. Правильно? У меня мама стряпает пельмени из косулятины, кабанятины, медвежатины и лосятины. Ну, конечно, ребята. Ничего, скинемся, попробуем. Проверил я, провел небольшую тренировочку. И первое, что у меня в голове появилось, это я хочу принести свои искренние и официальные извинения всем голкиперам континентальной хоккейной лиги, высшей, молодежной, всем из детских школ, всем, кто выступает в НХЛ. Поэтому... всем диванным аналитикам, критикам, которые сидят, говорят, что ой, пропустил, ой, мог поймать, ой, это вратарский гол. Нет вратарских голов. Если не веришь, иди и сам попробуй. Какой будет новый логотип Челмета? Черно-белый. С медведем? Нет. Блин, ребята, я старался. Можно ли обыграть его команду? Трактор имеется? Нет. В каких успехах трактора можно увидеть ваши усилия? Во многих. Жень, ну пару слов по технике. Кого больше напоминает, Флери или Лунгвиста? Алистратова? Что-то между ними. Между Алистратовым и Саней Данилишиным. Больше к Сане Данилишину. Где-то даже проглядывал Владислав Фокин. Ух ты, приятно, ребята. Внешности, да, габаритами. Не, на самом деле, Женя, ну, конечно, там не в полную силу, он процентов на 90 где-то только включился. Ну, несколько мимо прошли. Когда вы будете больше играть в Челябинске? Видимо, человек не знает, что вы закончили игровую карьеру. Понедельник, четверг, 21:30 на Савина 1, ЧТЗ. С любительской командой приходите, посмотрите на меня. Я все в таком же порядке, как и был. Согласись, что тяжело бросать по воротам, когда видно, что ну, человек не первый день на коньках, да, здоровый, в воротах стоит. Конечно, тебе, ну, трудно было куда-то попасть. Вот. А там, что в меня попадало, ну, я уже отбивал. Ну, мне кажется, мне шпагата не хватает. Надо добавить, да. Добавить, да. Да, я пока на уровне вышки где-то вот так. Спасибо тебе. Да не за что, чего. Как вам такое звено нападения? Шаров, Машаров, как Шаров? Ху-ху!
Ну, звучит неплохо. Звучит неплохо. Это все, что можно выделить в да? этой звене. Дорогие зрители, есть для вас небольшое развлечение. Напишите в комментариях, каким, по вашему мнению, должен быть новый логотип команды Челмет, а лучшая ваша работа получит упаковку пельменей от Александра Шинина. Собственного производства. Это был человек, который очень любит свою работу. Директор по спортивному развитию системы «Трактор» Александр Шинин. Экс-защитник, экс-игрок клуба «Трактор», экс-капитан, что тоже немаловажно. Александр, спасибо вам огромное. Спасибо. Я надеюсь, что увидимся в плей-офф. Ну, пообещайте. А, зуб дает. Ну что, народ, конкурс, который вы все так обожаете. Сегодня в выпуске была рубрика «Иди и сам попробуй». Нам нужны ваши идеи для дальнейшего продолжения этой рубрики. Предлагай идею, что я должен опробовать на себе. Мы, естественно, по ней снимем сюжет, а ты получишь подарок от нас. Это клюшка с автографами игроков «Трактора». А если мы твой сюжет не выберем, не расстраивайся. Скорее всего, эту клюшку ты скоро сможешь купить на Авито. Подписывайтесь на YouTube-канал хоккейного клуба «Трактор».